Всем привет, канал Активный Туризм, и мы начинаем с поисковым магнитом ходить по фонтанам Петербурга. И до фонтана мы уже нашли рубль, который валялся вот тут. Так, наша первая находочка, 2008 год. Ну что, в копилку, без магнита? Ребята, встретился фонтан на Манежной площади. Сейчас попробуем собрать монетки магнитом. Монета не магнитилась, поэтому решили ее сдвинуть. Вот год смотрим, год 97-й, но почему она не магнитится, непонятно. Идем к Чижику-Пыжику. Так, ну что, проверяем. 5-10 копеек. Да? Ну вот, 10 рублей. Видно? 10 рублей. Все. Единственное, что большое мы забрали. Закидываем дальше. Второй заход. 5 рублей. Так, пятерочка иностранная. Что-то написано. И конек какой-то, 5 конек. Непонятно, какая страна. Так, давай. 5 конек с тела Русь. Или тело Русь. А, Беларусь. Беларусь. Впервые. А, это 5 копеек. Вот так вот. Вынимаем эту мелочь, все сюда. Сейчас народ это потом выкидывает. Ну, неплохо. 5 евроцентов. 10, 20, 30, 40 рублей. В этот раз мы 43 рубля вытащили. Ну и копейки оставляем. Ну, 43 рубля и 5 центов. Закидываем дальше. Так, подсчет денег. Так, ну сейчас десятки. 100. 105. 108 рублей. И считаем евроцентом. Я сказал 120 примерно. Так, 10 евроцентов. 12. 13 евроцентов. Плюс 5 копеек из Беларуси. То есть ты ее помнишь? В общем-то, все, что мы насобирали.
основная прибыль с чижика-пыжика пошла.